И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на операции. Сегодня мы идем на бета Роквелла. Это уже следующий день. Я вчера, после того, как сходил на гамму, в общем, подготавливался. Кстати, очень повезло, что я наткнулся вот на вот это. И все по факту, вот неважно где ты всрал эти ресурсы, на боссе, не на боссе, они всегда вернутся. И в итоге у меня, короче, теперь два комплекта. В общем, и броня вернулась, и все это дело вернулось, в общем, все хорошо. А еще я только сейчас увидел, что на него свет точно так же влияет. И он, как вариант, наверное, также наносит меньше урона. Ну, либо получает больше урона, черт его знает. Это прям было для меня откровением. Включаешь свет, и оп, он начинает полыхать. Ну-ка, если отойти. Опа, перестал. Кстати, радиус не кислый. Хорошо. Это хорошо. Ну что, погнали. Артефакты я себе выдал. Почему? Потому что они не заспавнились. Такая вот жопа. Я реально не знаю, что за фигня. Сгонял за артефактами, ни один не заспавнился. Пошло все в жопу. В общем, взял вот нужные ресурсы, нужные артефакты. Состряпал вот такой предмет. Как видите, еду восполняет на 1000, здоровье на 770 и выносливость 71. Требует 1000 мяса для изготовления. Ну, сами понимаете, сколько у меня мяса. Создавал из того, что есть. Ну, сами видите, что у меня там получается. Навык изготовления, это какой у меня хороший просто. Вот, поэтому, собственно, этим навыком изготавливал. Поэтому, ну, как бы так. Смысла не вижу сейчас что-то там с амнезией возиться и так далее. Это уже буду возиться на экстиншене. По патрошкам видите, сколько у меня 1000 патронов этих, 800 этих, то есть бронька, все дела, два комплекта брони будет. Что, погнали, берем летунчика, пойдем на не туда, куда вы думаете. Вот, пойдем на Роквелла. Просто я хочу посмотреть, что у нас здесь. Ай, да пошел ты в жопу, короче. Пойдем на Роквелла. Все ресурсы собраны. Запускаем бетку. Дробаш есть. Все по сути есть. Кстати, трубу можно уже по факту выключить. Она мне точно будет не нужна. Заметил такую фигню, скажем так. Только лишнее окошечко появляется там, где не нужно. Кстати, сейчас прогрузился намного быстрее. Так, летунчик. Так, со мной все отлично. Так, проверим вот так. Ну да. О, здесь уже смотри, у него уже желтенькие. Ой, да иди ты в баню. О, классно. Теперь выживает уже получше. Так, в баню все. Так. Ой, да иди ты. Ой, да пошел ты. Так, нужно броню одеть. Так, экипируемся и погнали. Ну вот, собственно, вот это уже больше походит на то, что я видел на видосах, где 4 урона наносили, точнее 4 раза дробовика долбили. Потому что, еще раз повторюсь, там в основном я смотрел походы на альфача. Вот, здесь же пошли вон. Здесь же, соответственно, я 2 раза ходил на гамму. Ну, как сказать, 2 раза. Можно таким макаром можно сказать, что и 3 раза. Вот, но сами понимаете, на один поход только был нормальный. Иди в баню. Так.
Дробашевич — это что-то с чем-то, поэтому я сделал патронов дофига. Так, секунду. Попробовал сделать музыку погромче, может, все-таки будет поинтереснее. Ну, реально, из-за всех вот этих шумов я просто музыку даже не слышу. Есть она, нет она. Отлично. Да, дробаш был бы лучше. Надо от шаров от всех избавиться. Ну как от всех? От большинства. Чтоб я мог уже, если что, нормально. Так, ну вот как раз сейчас перезарядимся и погнали. Я им, походу, чисто физически не могу больше урона нанести, чем он этого заслуживает, скажем так. Потому что вспоминаю бетку. Ой, гамма. Я, то есть, наносил урон порой в упор, то есть я мог просто ему нанести один раз выстрел с дробаша, и все. И он уже сразу же заменял, то есть переходил в следующую стадию. И это немножечко отвратительно, с одной стороны, а с другой стороны нормально. То есть ты с более читерным оружием, допустим, здесь ничего не сделаешь. То есть ты ему нанес урон, ага, отлично, 10% снято, меняем стадию. Ну, допустим, 10%, я не знаю. Допустим, те же самые драконы, либо еще кто-то. Да еду в баню, дурный! Я перезаряжался! Вот, те же самые, допустим, драконы, парматер. Да ты там просто можешь шотнуть, как бы. Я уже попал. Ты типа можешь шотнуть и нормас. И без заморочек, типа, ваншот на босса. А здесь нет, здесь так нельзя. И это, кстати, клево. Да уйди ты, блин! Отстань! Да, в этом плане на Дрейке, конечно, это нужно просто попрактиковаться, но намного выгоднее. То есть я вот бегу, и все. А скорость-то одна и та же. Эй, дурная щупальца! Иди нафиг! Странный шарик. Так, отлично. Наверное, в следующий раз пойду на альфа, я возьму два дробаша. Что-то мне подсказывает, как будто бы это будет лучше, но это не точно. Ай, блин, честно, представить-то нельзя, что будет лучше. Ай! А вот и музычка разогналась. Мне это нравится. Вот, смотри, все. То есть я ему внес чутка урона, а уже все. А уже я не могу ничего сделать. Так, пошли в жопу, безымянные. Пошел нафиг. Пошел нафиг. Ха! Я. Не туда свернул. Пошел по скользкой. Шарики-то сейчас в меня полетят. Но зато безымянные ко мне не пойдут. По идее. Бэм! Бэм! Не, ну так, конечно, намного интереснее на Дрейке, я вам так скажу. Во-первых, он бегает все-таки побыстрее, нежели я пешком. По крайней мере, такое ощущение. И ощущение, я думаю, это появилось из-за того, что пошли в жопу. Вот, из-за того, что я перезаряжаюсь и не иду медленно, а меня шары догоняют. Ну и второй плюс, я в инвизе. Да мне плевать, кто там, что там, где там. Все-таки Дрейк инвиз — это что-то с чем-то. Так, дракуня. Во! Пассажиры сидят тут.
Перезаряд. Отлично. Лобысь, лобысь, лобысь. Воу-воу-воу-воу-воу! Так. Шары! Пошли в зад! Ублюдки, мать вашу! Воу! Дурная! Щупальца! В жопу себе стрельни! Летунчик! Светунчик! Не, что-то пошло не по плану, я вам так сразу скажу. Но... Да где наш не пропадал? А ща я вам устрою афганскую свадьбу. Ой, афганскую, господи. Да вы поняли. Дагестанскую же, конечно же. Так, ну, тогда пойдем через лево. В смысле ты в Дрейка летишь? А ты ему урон наносишь? Хороший урон Дрейку наносить, козлы. Так, ладно, пойдем тогда через лево. Не, ну ты посмотри, как я быстро бегу. Воу-воу. Легче. Дурной, что ли? Слушай, мне не показалось, я реально быстрее бегаю, чем пешком. Воу-воу-воу-воу-воу. Не надо. Шарики пошли вон. Шарики пошли вон. Так, чё-то везде патроны закончились. Уу! Дурное отродье. Давай! Отлично. Фух. Такое ощущение, что именно красные нападали только на Дрейка. Может, типа, красные наносят урон Диносу, а... На тебя. А белые мне? Ну, более светлые такие. Ну, по крайней мере, тогда я нашел у них разницу хоть какую-то. А не так, что тупо они двое из ларца одинаковых с лица. Дурная! Дура! Так, ладно, сделаем по-другому. Так, там еще шупальцы еще остались. Выносливость. У меня заканчивается выносливость. Это проблемка, которую мы сейчас будем решать. Пошли вон! Шарики! Да не жри ты мясо, когда тебе это нельзя делать. Дурной, что ли? Я себе. То срет, когда не нужно, то мясо жрет. Когда опиздюливаемся. Не, ну... Еще раз повторюсь, на Дрейке прям изич. После того, как я жопу себе разорвал... Нет, ты, конечно, молодец, но не обязательно. Хотя нормально так мы шкребанули. В инвиз. Давай! У-ху! Такс. Хорош тратить электричество. Так. Судя по красным подтекам, я по тебе попал. А значит, что? Тебе остается один удар. Да, я рассчитывал на большее. Мать твою! Мелкие шарики! Пошли вон! Так, это иди вон. Где это я? Ага, вот где. Все понял.
и идем по тому же кругу по часовой стрелке. Отличненько. О, уже жнецы. О, жнецы. Ну да, жнецы. Правильно сказал же. Че? Не-не-не-не-не-не-не. Не надо за мной лететь. Не надо. Упс. Да и тебя тоже пристрелим нафиг. Че тут ползает? Шарики. Да хорош уже тратить лепездричество. Что ж ты за щупалька такая? Да заткнись уже. Так. Что-то мне подсказывает, я задолбаюсь сейчас отстреливать эти долбанные шарики. Поэтому пошли эти шарики в жопу. Ну, в смысле, нафиг. Вы поняли, да? О чем я говорю? Ну, в смысле, зачем мне эти шарики нужны? Так, так, давай-ка. Фул заряд. Отлично! Беги, дурной! Надо фиг! Шарики, шарики, шарик, 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 шарик! Не-н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 е! У-у-у! Да я просто... чертов безумец! Наверное, но это не точно. У-ху! Твою мать, опять! Ну какого черта? Тупой кусок говна! Ну вот опять! Да пошел ты взад! Дурной отродье! Так, ну ты-то че? Я вам сейчас харю-то повскрываю. Отошел от мелкого. Отошел от мелкого, сказал. Мелкий, ты что там дурной творишь? Отлично, все, драпаем отсюда. Мне не нравится, что иногда ты не можешь где-то что-то пройти, потому что там невидимая стена. Ненавижу в играх невидимые стены. Отвратительно. Хотя барьер какой-нибудь бы отображался бы визуально, и то был бы толк. Ненавижу такое. Вот прям терпеть не могу. Здесь они барьер, значит, не нарисовали, зато на... вокруг карты они барьер сделали. Вот что за ленивые разрабы. Ужас. Просто ужас. О, да в шоп, идите, короче. Текс, выключайся. Угу. И ты выключайся. Отлично. Так, и так. Здорово. Короче, идите шарики в жопу. Интересно, а вот то, что я их убиваю, новые спавнятся, или у них есть какой-то лимит на спавн? Если у них есть лимит на спавн, то смысл в том, чтобы не убивать шарики, есть. Если уже нет лимит на спавн, они рано или поздно все равно исчезают, да? То есть, как бы, ну, да, они как бы исчезают, но если нет лимит на спавн, то их, соответственно, просто будет дофигища на экране. Ну, или вне экрана, тут смотря куда смотреть. Смотря куда смотреть. Я просто гений фраз. Так. Выносливость. Ну, отлично. Шары. Идите нафиг. Нафиг сказал, идите. Долбанные шарики. Такс. Убираем инвиз. Не забываем смотреть. Оп. Выносливости. Да хорошо же, дурной отродье. Да...
В жоп! В смысле, иди нафиг со своим бессмертием! Э! Ну, наконец-то! Супостат, ты недоделанный. Так, инвиз. Отлично. Погнали! Раз. Два. Интересно, что это за трек такой. Мне он однозначно нравится. И он сейчас прям очень даже в тему. Выключай электричество. Тебя что, не учили? Уходишь из дома? Выключи свет. В натуре. Какой расточительный дядя. Слышь, у меня твоих шаров тех... Лагает все. Может, ты их выключишь? Спасибо. О, плюс 10 фпсов сразу же. Ну, здорово. А что получилось? Вот так нужно было сделать только. Так, перезарядка. Перезарядка. Отлично. Ну и естественно, еще одна стадия. О, как же по-другому. Так, иди нафиг. Будешь опять электричеством по мне бить. Ну, а теперь финишная прямая. Пошло на все. Чаю тебе устрою. Кукумбер. Анально-фрактальный. Тварь. Не балуйся. Отлично. И ты тоже. Иди. Нафиг. Не-е-е. 36 левел. Ты смотри-ка. А ногами они и трещи. А здесь такое вполне. Да ты что, дурной что ли? Чувствую себя как GTA, который просто убил одного человека, случайно сбив, а за ним уже танки выехали. Ты серьезно? Вот называется, перешел через дорогу не в положенном месте. И все. А, точно, ты ж там это. Нулевый практически. Пошел ты! В жопу! Понял! Гнида! Волосатая! Фу, а что там я изучил? Опять на видосе буду смотреть, что я там изучил. Е-е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 
Я своего этого не закинул. Фигню на вызов, призыв. Знаете, в чем самый главный прикол? Второй раз прохожу этого босса, и второй раз он уже багается звук на заставке. Просто нету звука на заставке. Дурдом. Придется вырезать потом заставочку красивую. Но зато качество у него будет получше, чем у меня. Так, загрузить выжившего. Спавн выжившего. Так. Отлично. Я что-то новое изучил. Надо на видосе посмотреть, что я изучил. О, новый импол. Ты смотри, а это покрасивее. О, это прям такой красивенький. Вот это за гамма. Ну, такой типа имплант в импланте. А здесь прям такой красава. У него этот. Этот что-то разрисовано дополнительно. Чилихельм. О, погнали. Давай сразу же поставим. Отличается, не отличается, но, судя по виду, по ходу дела отличается. Да, не отличается, клёво.
Это только они на Мантикоре, значит, это, схалявничали, да? Хотя, может, и с флагом они тоже схалявничали, ну-ка. Да, с флагами они схалявничали прям конкретно. Так. А, не, вот лучший хвост. Красава, я красава. Я этот. Так, вырубайся. Отлично. Я все-таки закинул туда призывалку. Это супер. Молодец я. Так, подожди. Что за чили хелм? Это зачем мне дали? А прикольно. Это, наверное, сейчас ивент, то, что какой идет на Хэллоуин. Слушай, в этом что-то есть. Знаете, мне кого напоминает? Фильм «Маска». Прям сильно напоминает, я вам так скажу. Да. И из-за этого мне это нравится. Честно. Прям вот только из-за этого. Что-то в этом есть. Так. Пам-пам-пам-пам-пам. Yeah. Черт, это прикольная штука. Так, давайте гляну, что я все-таки изучил. Не, ну это, конечно, того стоит. Клево. Это, конечно, того стоит. Ну ты посмотри. О, какой красавец. Просто супер. И кстати, тут два седла. А, на обычном тоже. И еще, кстати, шлем чили это всегда дропался с этого, с беты. То есть это нормально его дроп. Какого фига? Я его ни разу никогда нигде ни на ком ни за что в жизни не видел. Непонятная фигня. Зато... Тю-тю-тю-тю-тю. На, собака, всех замочу. Так. Только тратится элемент. Ну вы поняли, да, походу, чем я буду шарики сбивать? А еще куда-то все патроны свои делать, дробаша. Придется сейчас новые делать. А еще это седло весит, дофига мне пришлось щит ломать. Офигеть! И кстати, да, то есть вот, то есть. Чистый режим переключаешь и все. И он всегда стреляет. А если я сделаю так? О, а если в так, то так. У-ху! Клево. Так, только он походу... А, он, только он походу все уже потратил. Там было еще два элемента. Да, тратит он не кисло. Так что, возможно, я лучше оставлю хорошую броню. Что-то мне подсказывает, это будет намного лучше, чем 45 брони. Вот такие вот пироги. Ну, а я уже буду с вами на этом, пожалуй, прощаться. В целом, было эмоционально и мне понравилось. Особенно за победу получил... Реально, я эту маску нигде никогда ни на ком не видел. Это просто офигеть. Она клёвая, она смешная. Мне, по крайней мере, нравится. Ну и кайфовый этот скин. Так, как скин, по факту броня. Ну там 45 брони, конечно, это никуда и ни о чем. Вот. Если, кстати, знаете, как его улучшить, броню, напишите в комментариях. Я, честно, вообще без понятия. Вот. Очень классная тег броня. Очень классный скин и очень классные эмоции. Ну, а я уже с вами буду, пожалуй, на этом общаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, конечно же, делиться моими видео с своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.